23 мая 2020 года. Такая дождливая погода в Бруклине. Вот так все это выглядит. А сейчас я покажу, как с океана прямо на Брайтон, на Кони-Айленд, надвигается штормовой фронт. Вот дождик. Там уже видно. Некоторые районы из-за дождя не видно. Немножко приблизим. Вот там уже идет дождь. А у нас еще пока хорошо. Вот с океана пришел дождь. На улице тепло, плюс 20. Влажно. Вот он идет, идет. Постепенно захватывая районы Бруклина. Начало Брайтона уже почти не видно. Там сейчас ливень.